Тома подобрала стоит себе. Кукла стоит, да? Мы можем, да, пойти отстегнуть корду, развязать поводья. Можешь бросать, она стоит. Стоит кукла. Вот мы повод сейчас расправим. Какие наши дальнейшие действия? Подтяни стремя, но оно все равно может опуститься. Вот так, да? Угу. И с той стороны. Для начала мы должны просто с лошадью пройтись шагом в поводу по прямой линии вдоль стены. Если лошадка у вас возбуждена и прыгает в руках, то лучше ее, конечно, погонять на корде. И еще, чтобы вам было комфортно и безопасно с ней заниматься в руках. Если с лошадью все хорошо, опять выходим на прямую линию вдоль какой-нибудь стены. Плац должен быть огороженный? Ну, желательно, конечно, конечно. Вы двигаетесь прямо, натянув поводья, сами останавливаетесь и останавливаете лошадь. Если лошадь продолжает движение, мы увеличиваем давление на трензель, не даем ей пройти вперед. Если лошадь продолжает, можем блокировать локтем перед, блокируем локтем, пытаемся ее притормозить. Если это не помогает, мы уже выставляем хлыст. И по груди хлыстом пытаемся ее остановить. Как только лошадь встала, мы тут же останавливаемся, все, похвалили, постояли, не надо спешить. Угощать сразу не надо. Останавливаем, если лошадь прет, мы все равно останавливаем. Останавливаем и останавливаем. И опять выходите туда, где вы занимались.